Это уже 16-я встреча руководителей форума сотрудничества пограничных ведомств прибрежных стран Черноморского региона. В этот раз на форум приехали представители морских пограничных служб Болгарии, Румынии, Турции и России. В ходе встречи участники подвели итоги совместной работы в 2015 году, а также утвердили основные направления развития сотрудничества на 2016 год. По итогам встречи страны-участники подписали меморандум. К слову, в этом году на форуме отсутствовали представители еще двух причерноморских стран – Грузии и Украины. Безусловно, нас огорчает их отсутствие. Но тот меморандум, те соглашения, которые мы подписали, в их выработке грузинская страна принимала участие на уровне экспертном, и они приезжали. Вот. Не приезжала только украинская сторона. По их подписанию мы обязательно их рассылаем. Вот. Ну и в этом смысле стараемся, чтобы контакты эти не прервались. Это явление временное. Ну, что, как говорится, мы оптимисты и верим в то, что ветер потеплеет. Согласно подписанному меморандуму, страны-участники форума проведут совместные учения в Черном море в июле будущего года. Пограничникам предстоит отработать действия по перекрытию морских каналов распространения оружия, наркотиков, нелегальной миграции. Кроме того, в 2016 году планируется обновить оборудование по обмену информацией между странами и командными пунктами. Новая система была разработана в России и доступна для всех стран-участниц сотрудничества.